Nächste Station, Neumarkt, Oberpfalz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Всем привет! Сегодня мы приехали в Регенсбург, и вся сегодняшняя серия будет посвящаться этому городу. Город непростой. Это старинный город, средневековый город, в котором, в принципе, все сохранилось, как было в первозданном состоянии. Это первая столица Баварии. Город уникален не только своими там, старинными зданиями, средневековыми, собором Святого Петра, а самым старым и первым мостом в Европе. Вот этот мост. Чем вообще прославился этот мост? Помимо того, что он самый старый мост в Европе, это мост, прототип Карлового моста в Праге. Именно на основе этого моста построили потом Карлов мост в Праге. С этим мостом связано много разных там легенд, но одна из них гласит, что архитектор собора Святого Петра и архитектор моста заключили между собой пари, кто первый построит свое сооружение. Стал выигрывать архитектор собора. И тогда якобы архитектор моста заключил сделку с дьяволом для того, чтобы выиграть этот спор. Дьявол ему помог, но взамен он потребовал души трех первых пешеходов по этому мосту. Архитектор согласился, мост был построен. И самое интересное, что первыми по мосту пустил петуха, курицу и собаку. Дьявол был разгневан. И тогда в отместку он решил разрушить этот мост. Но мост оказался настолько крепким сооружением, хорошо построенным, качественно построенным, что сломать ему не удалось. Но якобы он его слегка разрушил, и поэтому у этого моста есть изгиб неровный. И сейчас мы посмотрим мост. Мы сейчас на него поднимемся и пойдем в Альтштадт, так называемый старый город. Регенсбург является одним из древнейших и красивейших городов. Следует отметить поистине его уникальное месторасположение. Он разместился вместе слияния двух немецких рек – Дуная и Регена. И представляет собой практически единственный город, сохранивший себе нетронутую, первозданную, уникальную красоту старой Германии.
первая закусочная в мире, между прочим. И самая старая сосисочная в Германии. Дело в том, что вот эта сосисочная, она передается по наследству. Это такой семейный бизнес. Они первые начали, придумали вот эти сосиски с собой. Там, в общем, булочка, сосиски, горчица и немножко квашеной капусты. И все это стоит 3 евро 30 центов. Уже пробовали мы не первый раз в Регенсбурге. А, значит, такая небольшая булочка, все ручная работа, испеченная булочка, внутри небольшие две сосиски лежат, сделанная, ну, как домашняя горчица по их семейному древнему рецепту, и квашеная капуста немного. Капуста вообще в Германии совсем другого вкуса, чем в России квашеная, она совсем другая. Она и по-другому, и вкус, и она выглядит по-другому. И немножко, ну, это чисто баварская, вот эти сосиски с квашеной капустой. И обязательно надо запить пиво. Это без вариантов. А здесь рядом кафе. Можно себе заказать много сосисек, много капусты, много пива. Горчица очень вкусная. А в Германии горчица сладкая. Она не острая, а она именно такая вот, у нее сладковатый вкус. Мне она очень нравится. Рассматривая достопримечательности Регенсбурга, нельзя не заметить монастырскую церковь Богоматери, или, как ее еще называют, Альте-Капелла. Она за свои долгие годы перестраивалась не один десяток раз, но ее связывают именем тогдашнего короля Баварии Людовика Немецкого. Именно он приказал построить часовню, в которой бы проводились литургии для членов королевской семьи. Главной гордостью старой капеллы является чудотворная икона Божьей Матери, которая появилась в церкви еще в 15 веке и написана, если верить легенде, одним из 12 апостолов. Ну вот мы и подошли к главной достопримечательности Регенсбурга – собор Святого Петра. Его нужно посетить ради его необыкновенной средневековой архитектуры. Собор строился почти 600 лет. За это время он пережил несколько пожаров и реконструкций и теперь представляет собой образец немецкой готики. Строение высотой более 100 метров земли кажется бесконечным. Фасад украшен скульптурами святых и рельефными орнаментами. Внутреннее убранство собора выделяется уникальными витражами XIV века. Обязательно стоит посмотреть расположенные возле усыпальниц фрески XV века и величественный главный алтарь. Музей хранит множество бесценных древних сокровищ. Одна из них – это шкатулка с мощами Иоанна Златоуста и другие удивительные реликвии. А также собор Святого Петра знаменит своим хором мальчиков. В переводе на русский их называют певчими воробушками. Этот хор имеет более чем тысячелетнюю историю. Послушать торжественное церковное пение хора можно во время воскресных и праздничных богослужений.
Ну, конечно же, старая ратуша. Это комплекс древних сооружений, расположенных на знаменитой Ратушной площади. Здание одно из самых старых архитектурных достопримечательностей города неоднократно перестраивалось, поэтому в нем смешалось множество различных стилей, не похожих друг на друга. Готика, ампир, барокко, романский стиль, ренессанс. Напоминанием о тех мрачных для Регенсбурга временах является роскошная танцевальная комната, императорский зал, в котором заседала высокопоставленная судебная коллегия, и городской каземат, разместившийся в подвале. В нем еще все можно увидеть: тюремные камеры, допросные комнаты, клетки для приговоренных к смерти заключенных, средневековые орудия пыток и прочие элементы. Здесь сейчас проходит баварская свадьба. Вот именно баварская свадьба, плюс она совпала. Сейчас должен быть Октоберфест, но он второй год отменен. Поэтому мужчины там, вот эти ледохозы, женщины вот в таких баварских платьях. Как они правильно называются? Диндл? Дирндль. Даже без штруделя. Штрудель, между прочим, ручной работы. Метровый. Метровый штрудель. Да ладно, здесь нет метра. Сколько здесь сантиметров? Ну, он 50. Ну, штрудель ручной работы, да. Слушай, интересно, да, такая в коробочке. Мы гуляем дальше по городу, и перед нами дом Голиафа. Голиаф Хаус. Построен на фундаменте, который остался от римской крепости. Постройка примечательна росписью стены. На ней изображены библейские персонажи Давид и Голиаф. Возвели постройку в 12 столетии. Изначально в доме располагался приют для бродячих артистов, а сейчас в здании находится театр. Так, оператор у нас пошел за косичками к кофе. 3 косички за 1.5 евро. Оператора тоже надо кормить. Так, оператор, что у нас тут? Покажи. Четко. Ну-ка, покажи. 3 такие разные булочки. 3 косички. У нас тут 3 косички кофе. 3 косички – это 1.5 евро, да? Да. Окей. А перед нами Порта Претория. Это название ворот, возведенных в римские времена в 179 году. Почти 2000 лет назад здесь находился один из входов в древний Регенсбург, который тогда был обнесен крепостью. Thank you.
Небольшое путешествие у нас получилось по Регенсбургу. Сейчас мы едем дальше. И мы стоим возле здания главного Банхофа, да? А куда? Вы узнаете в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Чус!